Важно ли достижение задачи или важен процесс? Достижение цели – это всегда нужно, но когда процесс достигает, ну, дает больше удовольствия, чем достижение цели, тогда просто она запоминается больше. Вот. Ну, например, да, вот цель была доплыть до какого-то места, но, в принципе, цель – это получить удовольствие. Вот. Да, кстати, у нас еще один был маршрут, вот вспомнил, что-то не рассказал. Был интересный маршрут, мы шли почти 400 километров на байдарках, там с заходом в море, с парусами, то есть на байдарку ставили паруса. Мы когда возвращаемся уже, да, показываем специалистам вот этот маршрут, говорят, да ё-моё, здесь тут вообще мастер спорта международного класса, по идее, по такому маршруту. А вы где-то фиксировались? Мы говорим, нет, не фиксировались. Поэтому вот да, то есть можно получать удовольствие без всех вот этих вот мероприятий. Ну и, соответственно, как сейчас модно, да, об этом рассказать в соцсетях.